Наследие цивилизации драконов. Я разговариваю с тобой как с другом, а ты прячешься от меня. Адам, Адам, зачем ты прячешься от меня? Я все равно вижу тебя. Это Ева виновата, это она дала мне. Адам, Адам, ну ты же главный, ты был вылеплен из праха земного. Первым. Тебя слепил я, а она твоя плоть. Как же она может быть виновата, если она – это ты? Вы – это одна плоть, двуголовая плоть. Это в целом дракон, да. Ну, немного не до дракон, без третьей головы. Двухдушный дракон, где каждая голова имеет свою волю, но последствия волевых поступков переживаются в одном теле. Ты спрятался, дрожишь, дрожу и я, придумывая причины для своей дрожи. Я недоверчива, тревожусь, ломает и тебя, и ты уже раскручиваешь волчок своих мыслей, чтобы наполнить своим содержанием эту зудящую в теле тревогу. И, упуская пчел из своего улья, повторно отправляешь их ко мне. Так и живем, не чуя пустоты и тишины. Пора уже гармонизировать друг друга. Так миф об андрогине – это наследие цивилизации драконов. И мы разрублены богами не до конца. Лишь в этом мире нас двое разных, но в иных мирах мы, безусловно, целое, одно. Наследие цивилизации драконов.